Глава администрации президента Беларуси Александр Косинец сегодня работал в одном из строящихся зданий музейного квартала. В год культуры свой субботник администрация президента решила провести на культурном объекте. К мужскому коллективу администрации присоединились сотрудники Национального художественного музея, заместитель министра культуры и стройтрест номер 7. Александр Косинец делал стяжку пола в одном из помещений будущего депозитария Нацмузея. Выполнялись подготовительные работы. Полы в помещении депозитария, где будут храниться культурные ценности, будут наливные. В этом году 75 лет трагической дате, начала Великой Отечественной войны. Заработанные средства мы перечислим для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, восстановления памятников, обелисков, а таких у нас в стране более 8 тысяч. В этом году 30-летие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы направим средства на строительство Гомельской областной детской клинической больницы, на восстановление и развитие детских реабилитационных центров. Музейный квартал знаковый для страны объект. Он включает в себя 4 пусковых объекта, но его возведение государством было выделено более 850 миллиардов рублей, освоить который планируется к 2019 году. Здесь будут размещаться административные помещения Национального художественного музея, экспозиционные залы, кафе и фондохранилища.